Настроение праздничное, можно расслабиться. Около 200 предприятий показали свои возможности. Те, что снабжают курортную отрасль всем необходимым, а также сами отели и здравницы. Мы просто увеличили своих партнеров, просто нашли новых, закрепили отношения со старыми. Русь, Дилуч, Анапа, Кубань и другие черноморские киты – традиционные участники выставки. В этом году свои услуги представили 68 санаториев и отелей, на 14 больше, чем на прошлой выставке. Причем организаторы отмечают, что прирост за счет небольших и средних по вместимости объектов. Несколько договоров с новыми фирмами. Я надеюсь, что больше клиентов Организаторы отметили, что представители муниципалитета сегодня как никогда активно продвигают Анапу как курорт, и это принципиально важно. От всей души хочется всех поблагодарить за то, что вы приняли участие в этом мероприятии. Уверен в том, что вы подписали дополнительно много контрактов. У вас впереди у всех много работы. Хочу всем от всей души и от имени главы сказать спасибо. Удачи вам, успехов и процветания вашему бизнесу и всех благ. Выставка прошла под новым брендом города-курорта. Его представили и обсудили в ходе одного из круглых столов. Узнаваемость курорта – это самое главное. Если мы едем в Италию, и мы знаем, что Рим – это Рим, потому что там есть бренд, мы знаем, что Милан – это Милан, то что у них совершенно другой бренд, мы должны знать, что Анапа – это Анапа. И включает она все разнообразие и развлекательных, и самых привлекательных факторов курорта Анапа. Успех юбилейной выставки в том, что она состоялась как форум. Число круглых столов увеличилось с 4 до 8. В них приняли участие в общей сложности 600 специалистов. Потенциал есть, и его продолжат развивать в следующие четверть века. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.